Поведенческая психология – следующий уровень. В ИВГУ по инициативе Центра содействия стартовал семинар по повышению квалификации педагогов, которые работают с ментальными инвалидами. Программа рассчитана на 3 дня. Приглашен педагог из Санкт-Петербурга. Занятия проходят в формате лекций и семинаров. Слушатели – педагоги дошкольного образования и коррекционных школ, учителя-предметники, психологи. Главная проблема нашего региона в том, что квалифицированных специалистов по подготовке кадров в области нет. Отсюда еще ряд проблем. К сожалению, сейчас в России нет образовательного стандарта, в соответствии с которым можно бы готовить педагогов и психологов для работы с детьми, с детьми-аутистами. Эта проблема не решится до тех пор, пока не выйдет стандарт профессиональный, потому что от профессионального стандарта идут к стандартам образовательным. Ну и в настоящее время все, что мы можем сделать, вот и в рамках университетских программ, это разработать программу профессиональной переподготовки. Чем и будут заниматься специалисты из ИВГУ? Повышение квалификации носит фрагментарный характер, а тут необходима переподготовка планомерная и комплексная, чтобы учителя приходили не за корочками, а за знаниями. В этот раз семинар посетили 60 учителей. Но потребность региона гораздо выше. Детей с аутизмом по статистике 1% от общего числа, около 2000. На них нужно кратное число специалистов – тьюторов, дефектологов, психологов, логопедов. Центр содействия помочь обучить всех не может, да и не должен. Мы сейчас в данном случае помогаем. Мы сейчас отбираем тех специалистов, которые непосредственно работают, у которых есть практика, опыт. И мы точечно обучаем именно этих специалистов. А дальше уже, когда мы покажем, что это работает на практике, это помогает детям действительно встраиваться в образовательный процесс, это уже задача будет департамента образования, управления образования. Собравшиеся на семинар педагоги отмечают, им не хватает опыта. Поэтому тренер из северной столицы рассказывает им не только термины и правила работы, но и дает практические советы, делится эффективными методами. Работает в группе, но с каждым индивидуально. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.